Приветствую вас, если не углубляться вот прям в подробности, в детали, то я бы сказал, что вам нужна терапия. Вот, я бы сказал, что вам нужна, ну, психотерапия. Вот. Потому что, ну, по-другому ситуация не справится, вот. По-другому ситуация не изменится, вот. По-другому она не станет другой, она не станет лучше, то есть, ну, если вы, вот, грубо говоря, до сих пор сами справиться не смогли, вот, за столько времени, очевидно, что времени прошло прилично, если вы не смогли справиться сами, то вы не справитесь, вот, поэтому вам нужна помощь, вам нужна терапия. Значит, это если отвечать вам вот прям так вот, я бы сказал максимально коротко. Если же отвечать вам, ну, не коротко, а более развернуто, скажем так, то я бы сказал здесь примерно следующее. Вот что бы я сказал. Я бы сказал, что побаловать страх не нужно, на мой взгляд. Его не нужно побаловать. А если с ним что-то и нужно делать с вашим страхом, то его нужно исследовать, вот. Его надо бы раскрыть, вот, ну, то есть раскрыть свой страх нужно, как мне кажется, вот, и признать, что за ним есть что-то, от чего вы сейчас сбегаете, вот. Признать, что в основе этого страха есть что-то, что вы не признаете. Например, вы не можете признать, что возможно вы окажетесь не идеальной мамой. Ну, вот. И вероятно, это абсолютно нормально, потому что никто не может быть идеальным родителем. Но вы, не желая признавать, что вы можете быть не идеальной мамой, вы жертвуете ради этого всем. Понимаете, какая штука. Вот. А жертвовать всем, на мой взгляд, вы теряете гораздо больше, чем могли бы приобрести. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что одна из основных задач это как раз таки разобраться в себе и получить себя понять. Сейчас мне кажется, вы себя не понимаете от слова совсем. Вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Ну, это
с этим можно работать, ну, вот, с этим можно вам помочь, если вы хотите, конечно, чтобы мы вам помогли. Вот. Можно работать. Но это процесс. Вот. И какого-то идеального решения, именно вот идеального решения, его нет. Ну, потому что у вас свой путь, у вас, ну, своя позиция, вот, какая-то по этому вопросу сформировалась, безусловно. И задача наша в том числе заключается в том, чтобы помочь вам в этом разобраться. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это то, что я могу вам сказать, ну вот, с точки зрения терапии, с точки зрения психотерапии. С точки зрения вот, ну, вашей, именно вашей позиции. Вот. А как вам, ну, как вам, условно говоря, двигаться, да, то есть что вам делать, это, на мой взгляд, нужно уже смотреть непосредственно с вами консультировать. Заниженная самооценка, да, это, ну, ну, на мой взгляд, это очевидно. Вот, то, что у вас заниженная самооценка. Вот, то, что в целом вы себе не верите, вы себе не доверяете, вы себя не цените. Вот, ну, как бы это может быть действительно проблемой. Вот. Как бы, собственно говоря, мне и кажется в какой-то степени, что это проблема для вас. Вот, ну, просто потому что, это не позволяет вам, ну, условно говоря, там, двигаться вперед. Это не позволяет вам чувствовать себя, там, грубо говоря, ну, свободно, да? Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Это, ну, вот, такой аспект, мне кажется, довольно-таки грустный, довольно-таки печальный. Вот, и, собственно, с этим, как мне кажется, нужно работать. Именно с этим. Мне кажется, нужно работать. А вот, ну, по моему мнению, нужно работать. И тогда у вас все будет получаться. Ну, по крайней мере, вы увидите себя, вы увидите, что можно. Например. Вот. То есть это, ну, вот, такая позиция, как мне кажется, с точки зрения, вот, ну, психологии, профессиональной психотерапии и так далее. Вот. Вот то, на что я
хотел бы обратить ваше внимание. То, что я, ну, на что я хотел, чтобы вы посмотрели. Вот, на что я хотел, чтобы вы обратили свое внимание, потому что это важно, как мне кажется. Вот. На этом все, в принципе. Вот. Я могу надеяться только на то, что помог вам. Могу надеяться только на то, что вам это было интересно. Могу надеяться на то, что вы для себя сделаете какие-то выводы. Вот. И я надеюсь, что вы, ну, примете вот решение, да, решение о том, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы начать работу над собой. И только для ваших детей, которых вы любите, безусловно, и которых вы цените, но и ради себя. Вот. Вы не научите детей любить себя, если сами себя любить не будете. Вот. Ну а пока этого, понятное дело, не происходит. Ну, вполне вероятно, что у вас в опыте не было ничего такого. Ну, я думаю, что этому тоже можно научиться. Вот. Так что смотрите, решайте, выбирайте, изучайте. Вот. И если надумаете, вот, то будем рады вам помочь, будем рады как-то вот оказать вам помощь, вот, ну, такую посильную помощь, да, в том, чтобы вы смогли изменить свою жизнь, например. Ну, на этом все. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю вам удачи. Желаю вам всего самого доброго. И надеюсь, что ситуация ваша будет самым наилучшим образом разрешена.